Театральное новоселье состоялось. Сегодня театр кукол переезжает уже в новое отремонтированное здание и возвращается домой. Этого события ждали много лет. И вот долгожданный переезд. Накануне открытия нового здания театра «Кукол Сказка» артисты, волонтеры и зрители с куклами в руках прошлись от кинотеатра «Родина» до нового дома театра по центральной аллее Ленина. Потому что у театра долго не было своего здания, которое есть у остальных театров. И для нас это, и для города, для зрителей это огромное событие, которому, надеюсь, все рады. Такое яркое событие не смогла затмить даже плохая погода. Дождь, ничего нам не страшно, мы переезжаем в наш родной дом. Что может быть лучше? В городе существует такая примета, что дождь, он к богатству. А для театра это богатство на зрительские улыбки, на яркие постановки, на новые какие-то проекты. Для всех артистов переезд – начало новой жизни. И это не только современная система оплаты и новое здание, но и борьба с возрастными стереотипами. На сегодняшний день, переезжая в новые стены, репертуар у нас предусмотрен и рассчитан на все категории жителей. Как начиная с самых маленьких малышей, так и до бесконечности. Приходите к нам. Я уверена, что каждый зритель найдет для себя по душе интересную постановку. Среди тех, кто участвовал в параде, провели розыгрыш пригласительных билетов на спектакли 58-го театрального сезона. Пригласительный на наш премьерный спектакль в технике Китайского театра теней. Это новая уникальная техника для наших артистов. Радостное событие с театром «Кукол Сказка» разделили и волонтеры педагогического университета, которые помогали артистам переносить кукол в их новый дом. В параде приняло участие около 50 студентов. Ребят, кого вы несете? Я несу русскую лису. А я красивая принцесса. У меня крутой африканский абориген. Напомним, открытие нового здания театра стоимостью 465 миллионов рублей переносили несколько раз. И вот в этом году театр распахнет свои двери для зрителей. Новый сезон стартует уже 4 сентября. И первой премьерой станет спектакль для самых маленьких зрителей режиссера Алены Елясовой «Репка». Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком.